8 октября Владимир Путин отмечает день рождения. Ему исполняет 71. Первые поздравили калужские учителя. Вышли его поздравить с портретами Бандеры. Такой импровизированный митинг. Сейчас покажем вам, как это выглядит. Сфотографировали себя и отправили отчет в Единую Россию. Таким образом, они стали невольными участницами перформанса художника Бохана. Именно он выслал педагогам задание якобы от регионального отделения партии «Единая Россия» с требованием провести акцию ко дню рождения президента. На плакатах, с которыми школьники и педагоги должны были поздравлять Путина, пранкер разместил фотографии Бандеры и его цитаты. Учителя ничего не заподозрили. Бандеру они, видимо, приняли за молодого президента России и покорно, как обычно, сделали. Вышли с его портретами. Уважаемый Владимир Владимирович, коллектив и учащиеся Горцовской основной общеобразовательной школы Дзержинского района Калужской области сердечно поздравляют вас с днем рождения. За справедливость, за веселый нрав, за все наш президент вас уважаем. Сегодня день рождения у вас, и мы всей школой поздравляем вас. Желаем долгих лет и ясных дней. Страной руководить достойно, еще сильнее быть, еще мудрее и жить счастливо, радостно, спокойно.